Ну вот, братцы, получил я посылку. Тоже, блядь. А то каждый второй уже там посылки из Китая полролика открывает пакет. О, у меня тут все. Что у нас? О. Полировал, как бы. Дрель. О, дрель. Полировку уберем. Дрель оставим. Начнем со сложного, так сказать. Вот такие посылки. Посылки, которые приносят Мани. Здесь такое дело, что устали щетки. Какой дебил провода тут развесил? Вот они устали. Это винегрет. Видите, кто-то пытался менять щетку. И взял, загнул. Загнул все, что теперь... Придется возиться с этим делом. Так что надоела эта электроника. Будем менять щетки. Осталось их только найти. Пулей за ними. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы любите винегрет? Ну, не то чтобы люблю. Но знаете, ну, как он пишется, да? Первый вариант, да. Винегрет. Да. Две Е. Да. Слушайте, не зря вы не любите винегрет. Винегрет тоже вас не любит. Неправильно это, очень жаль. Спасибо вам за то, что попробовали винегрет. Первое И, второе Е. И именно таким образом следует это слово писать. Пока нет у нас победителя. Но ведь есть приз от Супер, так что мы не сдаемся. Ждем победителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше имя? Дмитрий. Дмитрий, ну что, попробуем? Как у вас-то с русским было в школе? Да не очень было. Но вы верите, что русская авось сработает, а вдруг повезет? Ну вот он, то, что я искал. Блошиный рынок. Метр на метр в кубе. Здесь есть все. Ключи, замки, булавки, блин, ну любое барахло, которое только, даже вон пытатель есть в домашних условиях. Вот. Ну-ка, что тут пишут? Мама, надоели старые грабли, купи новые. Мужик, давай, быстрее. Срочно надо щетку. Замок. Здесь. Накладки. Да, новый замок здесь, не потеряйте, когда будете открывать. Вот эти штуки лежат и вот эти четырех, которые ручку крепят. Здесь же он лежит. Сейчас второй. А, да. Что только нет. Даже не заворачивайте. Мне нужна еще. Я думал, что я пришел. Добрый день. Вот такая щетка есть у вас? Пошел искать. Нету? О, блин. Shall we begin? Ядрить, мадрить с этими щетками. Точно винегрет. Блин. Бензин кончился, пока по всему городу искал, блин. Даже колесо спустило, блин. Накачивает колеса. Время-то идет, пацаны. Ну, блин. Короче, щетки я все-таки нашел, ребята. Проездил 200 километров и нашел. Но суть-то не в щетках была. Вот смотрите, ребята. Щетки тут ни при чем. Короче, что-то попала какая-то фигня в дрель и дернула провода. И один провод оборвался. Я уже все как бы сделал. Вот, а провода, они как торчат, и что такое подозрение, что опять их дернет. Но я вот лаком закрыл все.
покрыл, может будет держать, работать. Вот такая вот винегрета. Так что дорого обойдется эта дрель владельцу. Промотал столько километров. Ну-ка я вам сейчас получу это все. Объясню. Вот, понимаете, оборвался провод, который идет на внешнюю обмотку. Вот я его, видите, там припаял, покрыл лаком. А лак для ногтей. Че? У жены какая-то сволочь все-таки эти провода, блин, тут навесила. Ну, в общем, короче, такие дела. Вот видите, провода я прижал к обмотке, которая задела. И лаком тоже. Сушил полчаса их. Вот. И еще надо сушить. Ну, давайте еще лупы посмотрим, если вы не верите ему. Хе-хе-хе. Ну что, начнем собирать, пацаны. Главное в этом деле самому себе дать команду. Солдат! Собрать инструмент! Время пошло! Чё, темно? Поехали!